приседаешь, что настилась. Спасибо. Спасибо. Я, кстати, тоже бы выбрал, если был бы первый, я выбрал вот это вот место среднее сзади. Наступним за право зайняти ікс-стілець співатиме Олексій. Останню добу 38-річний музикант ні на мить не припиняє репетицій. Тяжело, но класно. Знаєш, така перевірка на вшивість. Тому все здорово. Надо просто это пройти и сделать, и все. Ты понимаешь, Леша, тебе повезло просто. Сумасшедше повезло. Это возможность заниматься любимым делом. Для меня вот счастье – это вот это вот. Ого, интересно, как прозвучит сейчас у Барышникова эту песню, мне кажется. Он слишком смело ее взял. Пусть все будет хорошо, пусть все получится. Будь честным. Леш, привіт. Дивись, ти для мене неоднозначний учасник, скажу тобі чесно. Поки що сидить лише один Влад, і йому там сумно, по-моєму. Давай, удачі.